Привет. Сегодня поговорим о моем новом приобретении Mobile 6. Вот, купил я тут себе. Ну, у меня горят и горят, что-то начали полетники. Вот. Где-то, наверное, мои ошибки, где-то, может, браки. И все в совокупности получилось, что я, в общем, не летаю. Это херня, короче, я заказал себе самый дешманский ноутбой полетник. Попробовать, насколько, короче, моя крышня кривая. Вот, и это. А пока, да, сразу купил, короче, вот эту штуковину. Вот, не думал, да уже она давно вышла, как бы, блин, эта моделька не новая. Вот. Не думал, я не ожидал от этой малюськи таких вообще, как бы, таких результатов. Что, блин, так она легенькая такая, там, до 20 грамм весит, короче, батарейка чуть больше. Вот, ну, летает вообще козырно прям, мне очень понравилось. Вот, здесь сразу идет полетник, это встроенный приемник, SPI он называется, SPI, как-то так. Вот, и VTX встроенный, то есть камеру вот. Камеру я приклеил этим термоклеем, а то идут вибрации, короче. Вот, ну, мне не нравится так. Я, короче, решил на красоту забить, вот, намазюкал этого говнеца здесь на эту камеру. Ну, она вроде не попадает, ничего. Вот, но тем не менее, картинка стала меньше дрыгаться и комфортнее, мне лично комфортнее. Вот. Козырный вупчик, прям очень хороший. Для новичков прям рекомендую его. Прям это. Он бьется, да, я рамку тут сломал чуть-чуть уже. Вот, это, закажу новую, но это ничего, я бился нормально. От души, от сердца прям. И тем не менее, это все работает. То есть, вот новичкам прям рекомендую вот такие штуки взять, чтобы научиться и понять, посмотреть вообще, как картинка там, как вообще все это происходит. Вот. Прям очень прикольная хрень. Вот. Так, еще хотел сказать по счет приемника встроенного. Приемник встроенный здесь. Это, у меня стоит FRSky. Вот. На нем можно установить протокол Redpine. То есть там забиндить надо будет, выставить его в конфигураторе, где протокол вот это FRSky D, там пишешь, и X пишется. Ну, D здесь, по-моему. Вот, выбираешь там Redpine, на аппаратуре выбираешь в протоколах, где вот это FRSky тоже пишет, также выбираешь Redpine, биндишь, все. И вот задержка, ну, мне лично, я не знаю, там все говорят, что это выдуманное, я не согласен. Я чисто от своего опыта отталкиваюсь, поэтому для меня задержка, я ее чувствую. Есть такие моменты, где я реально прям чувствую эту задержку. И вот этот Redpine, да, ну не трейсер прям, но что-то рядом, близко прям. Мне очень стало комфортно летать, прям я выруливать могу там, то есть в каких-то моментах вот в экстремальных, ну там вот ситуация, да, там я хоп-хоп увернулся, то есть раньше, допустим, был на FRSky, что там мотнул стик, а он еще вообще не алло, и то есть приезд, короче. Вот. Ну, в общем, короче, сейчас я покажу вам с него полетик. Я думаю, уже многие видели. Ну, вот пробчики новые поставил. Гемфон. До этого ставили Азия, они, по-моему, называются. Олег мне, да, подогнал это. Вот. Так что смотрите полетик, делайте выводы. Мое мнение, это козырнейший малыш за свои бабусики. Супер, very good. Ну все, давай, добра всем. Погнали. Ёпта. По башке обязательное условие. Моторы выключи, чуть не обосрался. Бывает. Фига себе. Thank you.
Чуть не обосрался. Копался. Ну вот как-то так этот мелкий клоп жарит. Вернее, жарю я, а он позволяет. Наверное, так. Ну что-то стало. Короче, как-то это звучит. Сейчас возьмусь нормально. Смачно. Чуть не обосрался. Моторы выключены. Шузы мои. Чуть не обосрался. Моторы запущены. Полетели. Моторы выключены. Ну и хорош на этом. Всем добра.